17 октября президент США Барак Обама отправился в трехдневный тур, чтобы объяснить суть своего законопроекта о безработице простым американцам. Таким образом, президент США хочет воспользоваться общественным негодованием в отношении Уолл-стрит и продвинуть свой план экономических реформ, который ранее был заблокирован республиканцами в Конгрессе. Первой остановкой президента стал город Эштон в штате Северная Каролина. Пришло время меньше концентрироваться на удовлетворении интересов определенной партии. Нужно больше прилагать усилий для реализации идей, имеющих здравый смысл, которыми мы можем воспользоваться, чтобы у людей были рабочие места прямо сейчас, а также чтобы помочь среднему классу и помочь людям войти в средний класс. Сами республиканцы говорят, что изначально предложенный план Обамы слишком расточительный и предлагают губительные налоги для богатых американцев. Они обвинили его в провоцировании классовой борьбы вместо сотрудничества и поиска компромиссов. Объехав еще несколько городов Северной Каролины, Обама отправится в штат Виргиния. Там он продолжит агитировать людей поддерживать его законопроект о выделении 447 миллиардов долларов на борьбу с безработицей. Поездку Обамы в новом бронированном автобусе оплатил Белый дом. Напомним, что это его второй тур по маленьким городам Америки после посещения в августе штатов в центре и на западе США.